В Омске завершено расследование уголовного дела по факту смертельного избиения. Потасовка у кафе «Калинка» произошла прошлым летом. Двое посетителей увеселительного заведения накинулись на двух прохожих из-за того, что те сделали им замечание. В результате один человек скончался на месте, другой прошел длительное лечение. Драку зафиксировали камеры наблюдения, предполагаемые преступники скрылись. Однако благодаря видеозаписи оперативники установили их личности и задержали. Злоумышленники сами вернулись на место преступления. Скрывались они в городе Новосибирске. Через некоторое время, видимо, после того, как данные лица посчитали, что их никто уже не разыскивает, они вернулись в город Омск, непосредственно именно в то же кафе, где и в последующем были задержаны сотрудниками полиции. 32-летних мужчин обвиняют в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. За смерть прохожего им грозит до 15 лет колонии каждому. Следователи выяснили, почему дебоширы распустили руки. Потерпевшие сделали им замечание, так как те избивали женщину.